Харьков, 11 мая 14 год, 17:08 по Киеву. Так, это кусочек Южного вокзала видно, то есть Харьковского железнодорожного вокзала, Южная железная дорога. Так, это хорошо опознаваемая труба Салтовской котельни. Это, там выглядывает дом со шпилем. Тут Благовещенский собор. Успенский собор. А вот это у нас Покровский собор, мы верхушечку видим. И ровно на одной с ней линии, на семь линии. Но гораздо дальше это собор, то есть храм Матроны Московской в парке Победы. А, стоп, так вот же у нас Салтовская котельная, значит, это была не она. Значит, это не она была. Ну то что? Так, ну подозреваю, что это... Что-то сказал купол, купол синагоги. Так, это корпус ХАИ. Хорошо узнаваемый, по крайней мере, мы родители строили его во время учебы. Там же ХПИ. Корпус ХПИ. Харьковская политехническая, по-моему, я тоже сказал. ХПИ. Ну, это элеватор. Опять церковь. Ну и... О, вон у нас даже отсюда видна Харьковская областная, государственная областная администрация. Не пойму только, как туда Невина влезла, каким боком. Это, наверное, на гостинице Харьков. Так, это у нас университет имени Каразина. Дальше идет Харьков Палас. Не так давно построенное здание. Несколько эклектично смотрящаяся на фоне университета и Газпрома. Хотя Газпром совершенно уж 17-й, какой там, по-моему, 28-й год постройки. То есть даже еще до индустриализации. Университет уже что-то сталинское такое. И в принципе
Современное здание Харьков Паласа. Можно, конечно, за уши притянуть. Одно переходит в другое. В общем, не буду. Харьковская телевышка. Вот.